Всем салют, с вами Прыткий Максик. В одном из прошлых видео про ФБ4 и конкретно последний батл Микси я сказал пару слов о его стремлении вступить в антихайп. Там я довольно уверенно сказал, что и Слава, и Витя СД не настолько конченые имбецилы, чтобы пускать туда Максона. Так вот, видимо, все-таки нет. Слава уже не раз диссил 4-й Fresh Blood, команду Окси и даже появлялся на встрече у команды Смоки, где обсуждал свой мертвый батл рэп. И к концу сезона внезапно выяснилось, что все это время знаменитый Микси Микс был агентом антихайпа и намеренно устраивал весь тот трэш в сезоне под руководством великого и могучего Славы Карелина. Сюжет на уровне бразильских сериалов, не так ли? Сегодня я, конечно, не буду разоблачать всю эту теорию, а попробую посмотреть на весь путь миксера иначе, основываясь на всей информации. Вы на канале Think About It, погнали! После многочисленных выпадов Славы на Оксимирона и, казалось бы, кульминации всего конфликта, Славе, как все думали, не оставалось ничего, как сложить оружие и воспользоваться всем тем хайпом, который подарил ему батл. Но, несмотря на это, теория о цикличности истории вновь подтвердилась. Слава не прекратил диссить всех и вся, включая своего заклятого врага. И даже я думал, что это может кончиться либо диссами, либо максимум реваншем в другом формате, но КПСС зашел куда дальше. Мы уже помним один дисс на ФБ, но это лишь одна из шестеренок механизма Джокера. И вот наступает 4-й Fresh Blood, проводимый чуть ли не полностью Мироном Яновичем. На рассмотрение подаются целых 4000 заявок, и среди них менторы выделяют самую рэперскую. Да, с оригинальностью у Югова просадок не было, и он без труда прошел отбор. Нахуй, съебался отсюда! Съебался! Пока другие пиздят панчи, мы пиздим тачки, нейм-дроппинг. И вот тут давайте начнем. А что если весь путь микса действительно полностью спродюсирован Славой Машновым? Что если ему правда писали текст, подбирали стиль и намеренно заставляли так обсираться? На заявке мы можем видеть еще двух человек помимо главного героя. И один из них, которого выкинули из машины, очень сильно напоминает Гнойного. Особенно если посмотреть на шевелюру. За рулем также мог сидеть, например, Джиглипуф или Абалбиск, но точно не Витя СД, судя по комплекции. После прохода микси в отборе вся тусовка антихайпа празднует завершение одного из этапов внедрение. Но не забываем, что Максу надо обязательно попасть в самое чрево Фрешблада, в команду Оксимирона. За Май со Славой очень долго выбирали новый стиль для Микси, но позже кому-то в голову пришла мысль создать клона последнего соперника Окси, Дизастера. Вот и на отборе они немного подкорректировали стиль, побрили волосы, нацепили черный прикид, и перед глазами менторов всплыла бюджетная версия Дизастера. Я наклепаю тебе пальчик чуланов ебло, как мечей в корзину, зови меня Майкл Джордан! Текст, судя по всему, писался максимально по угару, вобрав в себя бэтбарс и кучу западных фишек и тупо крики «Я твой страх!». Мирона это, естественно, поразило. Не каждый может увидеть на русской батловой лиге образцовый западный подход. Слушай, короче, еще сори, что я добавляю, но это был, на мой взгляд, это был уже опять уровень типа, ну, приближающийся к западным батлам именно в плане агрессии, хип-хопа, smacking of the dot, короче. MC. И неудивительно, что он взял Микси в команду первым. И я возьму Микси. После этого ликовали все. От Букера и Фалина до Славы с Замаем. Теперь они 6 этапов могли делать что угодно, и в их руках была марионетка, с помощью которой они могли весь Fresh Blood делать все, что захотят. На первый батл текст они написали вполне нейтральный, по оппоненту, за исключением некоторых моментов. Сначала в первом раунде они специально несколько раз упомянули Мирона в позитивном ключе, чтобы максимально повысить доверие ментора. Ну, во-первых, послушай, дичь, для тебя он не просто Мирон, а Мирон Янович. Эй, капитан, отбей мне пятак. На, нюхай, так пахнет твоим проебом. Следом сказали пару жестких строк в адрес слова СПБ, чтобы никаких подозрений в предательстве не возникало. Твой батл с псай-боем. Надеюсь, ты доволен собой, дебил, блять, слово СПБ это суп из говна, и ты вышел на батл с вилкой, и лучше после ты вставил ее в розетку. Не так стрёмно, что этот пес, блять, представляет одной со мной одну землю. Они знали, что Псайбой довольно мирный чувак, который не будет спрашивать за базар, поэтому выбрали именно его. А учитывая то, что Слава знает его уж со второго сезона слова СПБ, быть может, они просто договорились об этом. Впрочем, оба варианта имеют право на жизнь. Однако даром время Слава не терял, и во многих следующих батлах начал вставлять мини-пасхал, которые обретают иной смысл только тогда, когда мы уже узнали горькую правду. PM, Дина, спам, дропа, Фокси, Мирон, каждому мой респект, имя нам легион. Слово СПБ, я как Тит Пулеон,
со мной целый легион, сука, целый легион. А перед продолжением ролика я хочу порекомендовать вам топового дизайнера Дому Райдера. За очень демократичную цену и в кратчайшие сроки он сделает вам обложку на что угодно. Ссылочку я оставлю в описании. Уже к третьему этапу за май со Славой начинают экспериментировать в густрайтинге Миксеру. Создают всякие перформансы про клоунаду, повышают авторитет Югова в команде и нагло заимствуют некоторые фишки у второго байтера Дизастера. И в какой-то мере это помогает им, ведь Микс сносит главного фаворита сезона – Парагрина, во многом как раз таки благодаря вышеперечисленным атрибутам. А я еще и сплясать могу, опа, братухи помчали! Но есть один момент, где же тут батл-рэп? Где тут... Тихо, блядь, пожалуйста! Но по выступлению я считаю, что Микси был выше на 10 ебаных голов. По стержню, который он показывает, по его харизме, по тому, как он это выстраивает, по фишкам, которые он использует. Позже Слава со своей девушкой делают обзор всего действа на своей трансляции, полностью отбросив подозрения о причастности к Югову. Это же батл-рэп, какое да, отношение? Да, надо просто рассказывать, типа, я разберу тебя на детали. Я знаю, куда бить, я знаю, куда гвоздь-то... Куда? Да, так куда? Я вижу тебя насквозь. Да, что, ты же не говоришь ничего, ты говоришь просто, что Микс Мазафака Микс, все, больше ты ничего не говоришь. Но он еще сказал, что он старый, у него нет детей. Все. Ближе к третьему батлу у Славы самого намечается батл с Кашиным, поэтому у него не остается времени помочь Микси Миксу, и тот пускает его в свободное плавание. К сожалению, Максим не настолько прошарен в батлах, чтобы сделать что-то стоящее, поэтому он жиденько обсирается, не забыв адресовать пару строчек Антону Забе. Однако Славе дико заходит этот подход. Из новоявленного фаворита и мессии для противоположной команды тот превращается в главного аутсайдера, чем вызывает дикое разочарование ментора и тонны хейта со стороны бывших фанатов героя. Ну и дальше все идет своим чередом. Провальный батл с Бови и знаменитые крики, забытый текст с Энрейджем и очень слабое выступление с Майлзом. Но внезапно мы вспоминаем, что Окси обещал, что на финальном ивенте будут батлить все, и Миксу дают в пару Джона МакКоннона. Там и происходит то, чего мы долго ждали. Слава, опираясь на тот же подход в батле с ДК, наполняет весь текст Микси тем же настроением и просто ебет всех в рот. Мамок в кровь, я ебал даже ваших батьков. Вы хуесосы, вы пидорасы. Поцелуйте меня в мою точную задницу. Их культура говно, ведь там нету ничего. Одна хуевая наследственность. Популярно то, в чем люди видят своего. Малышка-блогер, повезло, что ты такая посредственность. Я уже говорил, что в раунде с жопой можно найти кучу отголосков Карелина. Но тогда все думали, что Югов сделал это сам, из-за желания хайпануть. Достойное завершение карьеры. И казалось бы, о Миксере уже все забыли, и ему не остается ничего, как просто начать мирную жизнь. Но он скрывает все карты на сайфере у Славы под ником Мистер М. Там он говорит, что весь год карьера Микси являлась не более чем просто планом нашего Джокера по троллингу Мирона Яновича. И он сказал, что им для одного угара нужен рэперок. Он связал меня со Свити СД, со Славой, за Маем. И они мне поведали историю о том, как можно хорошо по постиронии, по метаиронии, по по всей вот этой вот теме, в которой я нихуя не разбираюсь, разъебать Версус. Говорит, давай-ка мы тебя внедрим туда, будем писать тебе батлы, потому что, ну, знаешь же, что, ну, мы всю эту тему, за всю эту тему шарим, и выбить тебя фаворита будет очень легко. Это антихайп, хуй вам в рот. Вот это поворот. И я клянусь, Оксимирон, мы ебали тебя весь год. Только задумайтесь о масштабе прикола, который мы сделали у хуесосы. И в этом есть какая-то романтика. В любой вселенной у Бэтмена должен быть свой Джокер. И пусть не по-настоящему, но Слава отлично выполняет свою работу. И допустим сегодня, может быть, ты даже сможешь меня убить. Я смогу. Я поеду дальше стадионами. Ты продолжишь меня троллить. Даже при том, что все догадки и предположения выше это пустой треп, и история уже давно опровергнута, она все равно вызывает какие-то эмоции. Все идет своим чередом, и это порадовало даже лысого ментора. А на этом все. Если вам понравилась история про кукловода Славика и обманутого, но удовлетворенного Мирона, то ставьте лайки. С вами был канал Think About It. Всем пока.